Авиакомпания «Ямал» прекратит прямое сообщение Ноябрь-Симферополь с 27 августа. Билеты на сентябрь, которые пассажиры приобрели заранее, сейчас принимают обратно. Еще один прямой рейс южного направления Ноябрьск-Краснодар закроют 18 декабря. Вновь полеты по этим маршрутам сотрудники «Ямала» обещают возобновить в 2020 году. Причины, по которым отменяются столь популярные среди ямальцев рейсы, в авиакомпании назвать отказались.